Доброе утро, Сёма. Сёма, доброе утро. Как дела? Готовимся в дорогу. Завтрак. Зеленая фасоль, яйца, зеленый лук и свининка. Еще из дома запеченная. Киношка идет. И огурчики с хумусом. Вот. Выезжаем сейчас буквально через пару часов. У нас начинается большой трип. Всего приятного нам аппетита. Все, получили мы заказ из Спокейна на 2600 миль. Ну и вернемся мы опять в Спокейн. У нас 5 точек. Все, с Богом, поехали. Сейчас мы едем куда-то в Калифорнию. Все, проверили колеса, подцепили, фонари работают, все работает. С Богом. Как тебе воздух Лас-Вегаса? Нормуль? 8 утра, 14 градусов, мы в Лас-Вегасе. Жалко, что проезжаем мимо.
А так бы мы здесь загуляли. Раньше прилетали. Да, раньше прилетали, теперь, приезжали. Теперь пролетаем. Да, да. Теперь пролетаем мимо, да? Бабочки. Вон гостиница «Трамп». Мы там были. А вон казино, в котором мы выиграли. А вон казино, в котором мы выиграли. Да, коричневое такое, да? Да. Золотистое. Золотистое. Много каких были здесь. Классно. Ну ничего, ничего. Мы еще сюда вернемся. Старая часть города вот здесь, вот, да, получается? Да, вот здесь старая часть города. Это, а где это где бургерная, где нас избивали. Построили новую арену. Вообще мы сейчас с Андреем проехали. Очень много новых зданий, домов. Сколько лет, Андрей, нас не было в Лас-Вегасе? Лет, наверное, 7-8. Ты думаешь? Ой, какая красота! Какой красивый. Правда, носок на всех грязные. В каскаде минус, что когда чистишь лобовое стекло, все съезжает по боковым. Вот эта вся грязь по боковым стеклам. О, какая красотища. Очень красивый стадион. Не было. Такой прям оазис здесь в пустыне. Первый раз, когда мы приезжали в Лас-Вегас, мы останавливались вот в этой гостинице золотистой South Point. Я помню, нам очень понравилось. В гостинице, по-моему, более 50 бильярдных... Боулинг. Боулинг, дорожки. Боулинговых дорожек. South Point. Приятно. Это мы так приятно. Это хорошо, кстати, Лас-Вегас знаем. Много что здесь уже узнаем. Помнишь, когда мы ночью подъезжаем в гостиницу, такие восторг, блестит. Все блестит, вот, и что-то так недорого это все стоило. Андрей говорит, я остаюсь здесь жить. Калифорния, городок Фортано. Вообще очень уютный, такой очень чистый город, прям понравился. Но дорогу Фортану мы запомним на всю жизнь. Ой, ну надо же так было попасть. Просто 2 часа по серпантинам. Ну, мы сегодня посидели, это 100%. Да ладно. Да ладно. Да, Сэм? Нет. В общем, мы приехали за 7 минут, да? То есть практически впритык успели. Ну, то есть без опоздания. Бедный Сэм просился в туалет. Такие, нет, Сэм, нельзя, мы опаздываем. 40 на час ждал. Ждал, мальчик, ждал. Ну да, что же сделаешь? Терпел, просился уже. Говорит, хозяева, хочу в туалет. Не могу, мы опаздываем. В общем, горы нас задержали. И выхватили мы, друзья, я не знаю. Не верьте навигаторам, всегда проверяйте. Ой, это вообще просто серпантин. Это ужас, я не знаю. Я справилась. Андрей тоже справился, потому что на самом деле сидеть рядом, мне кажется, это даже намного страшнее, чем рулить. Нет, а мне вот как раз, когда тяжелее, я лучше буду рулить, чем буду рядом сидеть. Давай я поеду, я буду бояться сильно. Да, Андрей говорит, давай я поеду. Говорю, нет, я говорю, я еще больше буду бояться. Ух. Все, получил бесценную. Адреналину выхватила. Ну, слушайте, вот самое интересное, что вот часто ездишь, все тихо, спокойно, без приключений, все хорошо. Ну вот один раз так заедешь, так запомнишь на всю жизнь. Хватит кашлять. Сэм, что ты давишься? Дыши свежим воздухом калифорнийским. На улице 18 градусов. Вон с тех гор мы спустились. С самого верха. Но зато увидим такие места, что... Очень, очень красиво. Там и горнолыжный курорт, там и озеро. Там и внутри гор скапливаются облака, там люди все останавливаются, запускают дронов. Конечно, место необыкновенно красивое, но на траке очень страшно.
Очень. Очень тесно. Да, это что-то немножко похоже, как на Ай-Петре в Крыму, да? Ну там еще круче. Но там на траке вообще не проедешь. Там вообще нельзя. Там. Да, ну вот похожие вот такие же вот эти вот развороты под... Страшно было, страшно. Ничего, спустились, тормоза не отказали, слава богу. Да, Сёма? На писюн свой, на грызи писюн. Давай. Хоть писюны рисовать. Да. Впереди перед нами горы, которые мы переехали. Просто поднялись сперва на самый-самый верх. Мы, кстати, 2 часа ездили по этим горам, а потом спустились вниз. Вот она. В общем, ездили по облакам. Реально по облакам, это правда. Голову не разбил. Я пролетел прям мимо лестницы. Немножко дернулся, а под наклоном было. Давай там потихонечку туда, давай. Ничего я вижу. Давай. Блять. Повеет туда, зай. Ой, блядь! Сэм, видал, что за хуйня, да? Такую жопу мы сейчас подали. Все хорошо будет.
часто аккуратненько здесь. Прямо. Нормально. Давай. Прямо езжай. Нормально. Тяни. Мы выехали. Сейчас туда прижимайся, малыш. Вон туда колесами заезжай, туда. Передними колесами туда дальше заезжай. Еще дальше. Вот, прям максимум бери. Теперь спокойно поехали. Спокойно зайдешь. Даже тебя обгоняют, видишь, давай. Мы в Солт-Лейк-Сити, утро, все, сдали загруженный трейлер, взяли пустой и едем опять в Спокейн. В общем, пустой трейлер, мы везем 733 мили. Пустой трейлер. Это что такое? Это что за логистика такая? Вот мы едем, у нас горы. Дорога вообще вот эта вся, она горная. Вот из штата Юта, сейчас через штат Айдахо, Монтана, в штат Вашингтон. А приехали мы сюда с Калифорнии. Через Лас-Вегас ехали, конечно, дорога шикарная. Все, поехали. Ехать нам 11 часов 10 минут, это без остановок.
перехода от Юты, от Солт-Лейк-Сити в сторону Вашингтона. Все хуже и хуже и хуже. Ехать еще 7, да, по-моему, 7 часов. Еще ветер. Снег дует, не знаю. Андрей спит, а я здесь борюсь с погодными условиями. Так вот резко портится погода. Вот впереди прям такое белое-белое облако. Еду потихоньку. Надеюсь, не улечу с этой дороги. Такая вот погода. Это штат Монтана. Еду 38-30 миль в час. Самое фиговое — это то, что пустой трейлер. Надеюсь, прорвемся потихонечку. Друзья, добрались мы до Спокейна. Время 12 часов ночи. Отцепили трейлер. И уже у нас через 4 часа уже нам взяли следующий груз. На 10 остановок. В общем, 4700 миль. Сейчас поедем в Калифорнию. Ой, да-да-да-да-да. Холодно. Спать хочется. Сейчас пойдем помоемся. И... может, удастся часика 2,5-3 поспать. Сам, давай гуляй уже, я хочу. Тепло, холодно. Аж руки трясутся. Андрей на заправке. Вот, как-то так.